Привет, вы на канале Тимвит и Чимаша. Дети, а что это написано? До 1 сентября осталось сколько дней? 10. Тима, 10 дней еще свободы. Пошли покупать все принадлежности к школе, да? Пошли. Машуль, что ты там нашла? Такой карандашик, как у медведя Валерки. Смотрите, да. Их здесь целая куча. Посмотрите, здесь разные. Здесь есть мышка, на которую можно дуть. А вот это колибри, смотри, какое. Или что, это комарик какой-то. А собачки, смотри, какие прикольные. Панда. Калибрия такая. Это такая, как у Маши. Вот Маша взяла. Это свинка, наверное, какая-то. Вот кошечка есть. А вот кошечка, да. Такая. Ты такую себе взял? Да, кошечку зайчик. Тебе нравится? Я зайчик. Кстати, я зайчика не видела. Покажи. Какая милаха, зайчик. А у меня свинка. Все, ты берешь свинку? Ну иди бери. Мама. Насадочки на карандашики. Прикольные. Здесь разные зверюшки какие-то нарисованы. Но для этого у нас есть все-таки шопкинсы. Так, здесь у нас наборы цветной бумаги. Какие угодно. И Hot Wheels. Так, тебе, наверное, надо взять Hot Wheels. Смотри, что она еще даже вот так вот упакована. Прикольно. Так, берем Тиме Hot Wheels. О, рубашечка на короткий рукавчик. Это нам то, что надо. Так, сейчас будем мерить. Ну, посмотри на меня. Так, ну я даже и не знаю. Вроде нормальная. Берем ее? Да. А что ты там нашел? Спиннеры? Да. О, этих спиннеров у тебя сколько их уже? 10, 11, 12? Я даже не знаю. Уже счета уже их нету. Да. Еще. Маша, а это что ты нашла? О, вешалочки для принцесс. Ты же принцесса. Ложи их скорее в корзиночку. Тима, тебе же тоже надо какие-то вешалки выбрать. Ты же ученик. Тебе же надо вешалки в школу. Вот, например, вот такая вешалочка, чтобы штаники сюда вешать. Давай. Что еще? Так, такие вот вешалочки возьмем. О, будет как раз две Машиных, две Тиминых. О, ого, это вы уже столько себе насобирали? Да. Немноговато? Нет. Сойдет? Да. А магнитики, что это ты будешь себе расписание клеить? Да. Так, краски вижу, что вы еще здесь, маркер. Что это ты будешь, домашнее задание подчеркивать? А глобус, точилка, смотри. Это ты себе взяла, Маш? Ага, будешь изучать страны всякие, да, разные? У меня тоже есть. А ножницы какие, смотрите, интересные. В украинском стиле. Это мои. Прям как вышиванка. Это мои. Тим, что, устал сегодня от покупок? Поэтому ты попал в конфетное царство, шоколадное государство? Что вы, конфет набираете? Побольше, побольше. Глюкоза нужна школьникам. Дети сегодня целый день покупали все для школы. Теперь решили оторваться на конфетах. Целая тележка конфет. Все, товарищи до школы и до садика готовы.